На входе в городской театр гостей встречают оркестры и парадные ряды курсантов Института береговой охраны ФСБ России. В фойе импровизированный солдатский привал и выставка военных экспонатов поискового отряда «Черномор». Котелки уже полны кашей с тушенкой, как и прежде, дни войны, пахнет сладко пшенкой. Песни военных и послевоенных лет, рассказ о трагических днях оккупации, переданы в танцы юными исполнителями и сводный танцевальный ансамбль руководителей хореографических коллективов города-курорта. Сегодня коллективы исполнители города воинской славы Анапа сдали этот творческий экзамен. Отлично. Такую оценку члены краевого жюри дали выступлению анапчан. Один из важных моментов фестиваля – ветераны передали боевые знамена молодому поколению. Зал аплодировал стоя, когда присутствующим в зале ветеранам вручали гвоздики. Люди, которые добились жизни много. И посмотрите за моей спиной. Это умудренные опытом, это умудренные жизнью люди, которые любят свою землю и хотят, чтобы она была мирной, процветающей и красивой. Я хочу выразить огромную благодарность всем, кто принимал участие в этом фестивале, всем, кто готовил это мероприятие, всем тем, кто заработал сегодня отличную оценку. В юбилейный для страны год анапчане вложили всю душу в подготовку конкурсной программы. В фестивале участвовало почти 1000 танцоров, артистов самодеятельных театров и солистов сводного хора.